Баллада о матери. 41-й год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах вводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый. Все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать. О пощаде немцу моля. «Найн», — твердил он важно, — «расстреляет». «Нет», — она просила, — «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирает. Как в смертельной ты круговерти, ей сберечь кого-нибудь суметь. Если первенца спасет от смерти, то последыш обречен на смерть». Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу мук таких, сыновей перекрестила и призналась фрицу: «Не могу». Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты». Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал: «Брат, спасайся, ну а я останусь, я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил: «Бить-то!» — отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляй!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить сыночкам, не цвести. «Дура, матка», — поучает немец, «одного могла бы хоть спасти». А она, баюкая их тихо, вытирая с губ сыновьих кровь: «Вот такой убийственной великой может быть у матери любовь».